Ибрагим Аушев готовится к хаджу, паломничеству в Мекку. Эта возможность появилась у молодого человека благодаря знаниям, упорству их достижений и участию в исламской интеллектуальной игре «Знай свою религию». В этом году по воле Всевышнего я победил в этом конкурсе. Готовился не один год, прочитал много книг и в итоге выиграл. Исламская интеллектуальная игра «Знай свою религию» проводится уже 6-й год подряд при поддержке различных спонсоров. Участие в конкурсе принимают молодые люди от 15 до 30 лет. Финалисты прошлых игр участвовать повторно не могут. В этом году в знании религии состязались по меньшей мере 100 участников. Мы решили выделить именно тех, кто сами к этому стремятся, кто сами благодаря своим знаниям выучили ту или иную тему и выиграли эту путевку. После объявления итогов победитель игры удивил всех. Ибрагим Аушев сказал то, что в зале, наверное, не ожидал услышать никто. Я пришел сюда с одним намерением. Если выиграю, человеку, который организовал эту игру и который отправил в хадж около 20 человек, ради Аллаха подарю свою путевку. Я отдаю ее Расулу. Для меня это было вообще очень волнительным моментом. Я вообще решился дары речи и в ближайшие 10 минут вообще не соображал, что мне делать, как мне быть. Для меня это было последние 2 года вообще я очень сильно мечтал хотя бы умрым малый хадж совершить, да, никак не получалось туда выехать. Однако правила в игре строгие, а это значит, что передать кому-либо свою путевку нельзя, если это не девушка, у которой нет махрама, близкого родственника, сопровождающего ее в поездке. Но мы никак не могли умолить тот поступок, который совершил Ибрагим Аушев, и сразу же было принято решение, что дополнительную путевку Ибрагиму мы организуем. После окончания игры в социальных сетях появилась информация, что идет сбор средств для поездки к святым местам для Ибрагима. Необходимую сумму собрали в рекордные сроки, всего за 3 дня. Тут уже к нам подключился фонд клуба добрых людей, подключились еще люди с нашего села, и поддержал эту же идею мэр города Назран Алихан Тумгоев, он нам очень сильно помог в этом плане. В начале игры организаторы рассчитывали только на одну путевку – в Мекку и в Медину – для победителя. Но в ходе викторины появились спонсоры, которые инкогнито решили оплатить поездку и участнику, занявшему 2-е место. Не оставили без внимания и бронзового призера, чтобы и он смог совершить паломничество. Однако позже спонсор сообщил, что не сумел собрать необходимую сумму для серебряного призера. И тут Расул решил повторить подвиг Ибрагима и отдал ему свою путевку в святые места. По милости Всевышнего, тот, кто этого заслуживает, действительно и получает эту путевку. Для любого мусульманина хадж – это свято, и нетрудно понять, какую ценность представляют поступки этих людей. Как говорит сам Расул, на все воля Всевышнего Аллаха, и если ему суждено, то он еще сможет осуществить заветную мечту. Ната Евлоева, Адам Аушев, канал Алифа, Ингушетия.